все. Опозиціонери України розмножуються поділом. Заплутатися легко. Отже, запам'ятайте, опозиційний блок – це люди Ахметова, яких зібрав на мутний з'їзд у Києві Колесніков. Там вони оголосили автономію та висунули кандидатом в президенти Вілкула. Опозиційна платформа – це зовсім інше угруповання. Проєкт Медведчука, куди прилаштували за життя Рабіновича, а в президенти проштовхують Бойко. Історії всього декілька днів, а шухер стоїть по всій країні. В Одеській облраді одразу після скандального з'їзду із фракції «Опоблоку» виключили двох депутатів – Павла Напрієнка та Ірину Ковалиш. Добрий день, Ірина. Здравствуйте. Дякую, що завітали до редакції на коментар. З удовольствием. Перше питання. Ви зараз хто? Опозиційний блок чи опозиційна платформа? Я була, єсть і буду, от уже 4 роки, членом партії «Опозиційний блок». Одразу після вашого візиту до Києва вас виключили з Одеської обласної організації політичної партії. І деякі ЗМІ навіть написали, що ви людина Ахметова. Це такий високий статус. Як вам це, ваш коментар? Денис, мене не виключили із обласної організації. Мене поки намагаються виключити з фракції Одеського обласного совєта. Намагаються при тому це зробити ті люди, які, по суті, к опозиційному блоку вже не мають відношення, а мають відношення к Рабіновичу і Медведчуку. Я відношусь до достаточно лестно мне услышать было такой комплимент от моих бывших коллег-журналистов, что я человек Ахметова. Ну, я сторонница того, чтобы говорить, что я человек избирателей, и мне важно их в первую очередь доверие. Що ви робили в Києві? Вас не запрошували на з'їзд політичної партії? Ви самі поїхали туди? Я була в качестве достаточно для себя унизительным, как для такого принципиального оппозиционера одесского. Я была в унизительном качестве почетного гостя, пусть даже почетного. Вот. Я не была приглашена как делегат, потому что по непонятным для меня причинам Одесская областная организация оппозиционного блока, ее руководство приняло решение не проводить региональную общепартийную дискуссию по поводу того, кого выдвигать на выборах президента, кого поддерживать, куда с кем объединяться. И поэтому областная организация оппозиционный блок проигнорировала и пыталась заставить депутатов всех уровней проигнорировать Киевский съезд. Я, как в прошлом журналист, у меня такая привычка осталась, наверное, не искоренить, получать информацию из двух источников. Поэтому из первого источника накануне съезда нас пригласил Николай Скорик на такую беседу всех депутатов и сказал, что у каждого своя дорога может быть, мы с вами прошли нелегкий путь, давайте, ребята, определяйтесь и расстанемся друзьями, примите решение. И вот для того, чтобы принять взвешенное решение, я отправилась на съезд по приглашению команды Вадима Новинского, чтобы услышать, что происходит, и чем на самом деле, какие настроения вообще у всех оппозиционеров Украины, потому что съезд был всеукраинский. Ну вот, видимо, мне такую мою попытку разобраться не простили и исключили из фракции. До речі, Київський суд визнав цей з'їзд нелегітимним. Що це таке? Як це так? Я теж читала такі новини, але я думаю, що ще не закінчені всі розбирательства на такому центральному київському рівні вокруг ситуації з опозиційним блоком зв'язаним. Мені в цій ситуації безумно больно за избирателей, которые действительно сейчас не совсем, если не сказать совсем, ничего не понимают, что происходит. Вас ось виключили з фракції за регулярне голосування в інтересах влади. Така формулировка. Да. Можна подробніше про це, що це? Я, чесно скажу, Денис, була удивлена цієї формулировки. Більше того, я о ній узнала исключительно із соцсети одного із своїх бывших колег по фракції. Роман Сенник, так? Да, Роман Сенник розмістив цю інформацію, тому що я знаю, всім на фракції розказувалось, що исключення моє із фракції спровоцировало якраз моя поїздка в Київ. Понятно, що голосование против власти, так случайностей не бывает и совпадений не бывает. Это не связано с моей депутатской деятельностью, это связано с моей позицией. Одеська фракція, наскільки я розумію, підтримала опозиційну платформу Бойка, так? Ніж опозиційний блок Вілкула. Ви знаєте,
Я думаю, что в ближайший месяц очень многое поменяется. И на моей памяти мои коллеги, как бывшие, так и, ну, не буду говорить бывшие, да, пусть они сами для себя определяются, какие они по отношению ко мне, по отношению к партии и в первую очередь к избирателям, все очень быстро меняется. Я уверена, что многие члены оппозиционного блока еще присматриваются, еще смотрят, плюс, насколько я поняла, по решению фракции, там всего 12 голосов, не все присутствовали, ну и меня, кстати, не уведомили в письменном виде. Вы были на заседании комиссии, так? Я была в этот момент на заседании комиссии. Вас завжди пов'язували з Миколаєм Скориком, ось, і він колись дав свій коментар, що він вважає, що президентом від опозиційної платформи має бути Бойко. А хто ось ваш кандидат особисто? Вы знаете, я вообще не делю, я вообще не рассматриваю сейчас нынешний кризис в оппозиционном блоке, а он, безусловно, к сожалению, есть. Я не рассматриваю с позиции там, принадлежности к тому или иному кандидату. Я считаю, что тут нужно, наоборот, проявить единство и сплотить команду. К сожалению, мое исключение из фракции не свидетельствует о намерениях там, моих коллег вот к этому единению, некоторых моих коллег. А то, что с Николаем Скориком я связана, да, конечно же, есть большой опыт сотрудничества и работала пресс-секретарем. Разговаривали с ним после вашего выключения? У нас был разговор, вот я озвучила вам разговор, который был до съезда. Сказали, давайте определяться, чтобы мы расстались с друзьями, потому что там паны могут быть себя, как хотят, а мы давайте залишимся друзьями. Ну вот, дружба для меня закончилась исключением пока. Як уся ця ситуація вплине на розклади в Одесі? Народ не розуміє, хто блок, хто платформа, за кого голосувати, хто взагалі опозиціонер? Ну, на сьогоднішній день є опозиційний блок. Оппозиционная платформа «За життя» Бойко Рабинович Медведчук, они юридически никак не оформлены. Да, у них свой путь, пусть они себе честно идут по этому пути, потому что я считаю, что, например, мое исключение из фракции, да, когда пытаются и почти удается исключить меня из фракции, как раз тем людям, которые на сегодняшний день к оппозиционному блоку не имеют никакого отношения. К сожалению, вот те, кто затеял игру в оппозиционную платформу, они не заинтересованы в собственной победе, как я вижу. Они не заинтересованы в том, чтобы достаточно честно и справедливо идти по новому для себя политическому пути. Потому что, называя себя оппозиционная платформа, используя терминологию действующей рейтинговой партии, они, к сожалению, запускают очень плачевный такой предвыборный трюк, где используются имена клоны, названия клоны, может быть, и фамилии клоны появятся, пытаясь как-нибудь по максимуму запутать избирателя, который 4 года честно голосовал, а по Одессе это первое место за оппозиционный блок Одесской области. Поэтому тут не совсем, мне кажется, Але честно. Вы бачили их рейтинги? У них дуже великий рейтинг, більше 11%. Нет, Денис, нет, я не видела их рейтинги. Я читала у них на страницах про то, как они пишут про свои рейтинги. Это две большие разницы. То есть вы не верите в их рейтинг, так и, ну, насколько я так понимаю? Я лично не верю в эти рейтинги, но я желаю удачи каждому человеку, кто честно хочет идти по жизни и хочет честно бороться и изменить ситуацию. Что это такое честно? Честно это как? Бороться за владу? Честно рассказываю. Вот если честно, то если у нас Юрий Бойко с Сергеем Левочкиным решили объединиться с Рабиновичем, кладут свои партбилеты на стол, формируют, идут в юстицию, формируют свою команду, формируют свою политическую силу, абсолютно никак не перекликаясь названиями с оппозиционным блоком, не строя вот такие, да, не играя в оппозиционность. И, например, депутаты областного совета, которые поддерживают и идут за Бойко, это их выбор, они имеют на это право. Тут нет никаких але, у всех есть равные возможности, кто волен, все вольны в выборе. Они создают депутатскую группу в Одесском областном совете, там оппозиционная платформа «За життя», еще как-нибудь себя называют, и обособленно идут, ну, это их путь. Но здесь же, на мой взгляд, идет такая, запущен такой предвыборный механизм, как приватизация, попытка приватизировать Одесскую областную организацию «Оппозиционный блок», ну, как раз теми людьми, которые, ну, уже к оппозиционному блоку не просто не имеют отношения, но сами открещиваются на своих страницах в Фейсбуке, пишут про Рабиновича, фотографируются, меняют логотипы и прочее. Вот это для меня нечестная игра. А честно, выбрал путь. Гоу! Збираєтесь ти до народних депутатів?
Я бы с удовольствием. Ну, так, Ірина Каваліш готова йти кандидатом в народний депутат. Останнє питання розколу по блоку. Ось всі говорять, що це така схема Медведчука на користь Петра Порошенка. Ваша думка, так чи ні, це можливо це? Ну, смотрите, ни один здравомыслящий человек, который действительно хочет свергнуть действующую власть, не затеет эту войну внутри партии, не затеет этот раскол со своими выходами, с какими-то незаконными альянсами вне партийной дискуссии. Ну, никто не будет рушить то, что уже есть. Да, можно договариваться, садиться, но выходить и потом еще выносить ссоры из СБ, но это однозначно на руку только одному человеку на Банкову. Дякую, Ірина, що відповіли на запитання редакції. Була откровенна, як завжди. Бажаємо успіхів вам в політичній кар'єрі. Це був інформаційний проєкт «Редакція». Редакція.